Привет! Раздумывая над своей бизнес-идеей, многие желают, чтобы окупаемость предпринимательства была быстра, чтобы вложения на старте окупились как можно скорее. И как ни удивительно, но подобные варианты бизнеса, которые сочетают в себе невероятную прибыль и окупаемость, есть. Именно о таких бизнес-идеях ты сегодня и узнаешь, и поэтому тебе следует досмотреть ролик до конца. Устраивайся поудобнее и начнем наш топ с первого участника. Клининговая компания. Чтобы открыть клининговую компанию, тебе потребуется минимум средств на регистрацию бизнеса, приобретение необходимого оборудования и моющих средств, а также найм сотрудников. Для начала бизнес обойдется примерно в 50-70 тысяч рублей. Также не забудь про рекламу и создание собственного интернет-ресурса для привлечения клиентов. Кстати, найти первых клиентов ты сможешь, предложив услуги по уборке в офисных помещениях. Пивной бар. Пивных заведений достаточно много, так что постарайся найти спальный район, где конкуренция будет минимальна, а если такое место найдешь, то считай, что повезло с находкой золотой жилы, так как окупаемость пивного заведения составляет около 3 месяцев. Для открытия заведения потребуется небольшое помещение, примерно 20 квадратных метров для установки барной стойки и небольшого склада. Дорогостоящее оборудование по разливу ты сможешь взять в аренду у поставщика пива, так как они с радостью предоставляют такую возможность. Не забывай, что на закуске ты также сможешь получить отличную прибыль. А теперь информация для предпринимателей. Если необходимо открыть расчетный счет абсолютно бесплатно, то сделать это можно по ссылке в описании. А мы двигаемся далее. Массажный салон. Такой вариант бизнеса при грамотной рекламе окупается за 2 месяца, после чего будет приносить тебе приличную прибыль. Потребуется лишь арендовать небольшое помещение, где будет располагаться ресепшн и отдельная зона для проведения массажа. Первоначально будет достаточно одного массажиста, а в дальнейшем, если услуга будет пользоваться спросом, то можно нанять еще одного специалиста, а также организовать выезд массажиста на дом, что точно будет пользоваться спросом и принесет дополнительные денежные средства. Фотостудия в квартире. Неплохим вариантом заработка станет организация в собственной квартире фотостудии. Особенно такой вариант подойдет тем, кто имеет двухкомнатную квартиру и больше, так как отдельную комнату полностью можно оборудовать под создание качественных фото. Отличительной стороной бизнеса будет смена фона для фото. Сделать это можно как за счет освещения, так и благодаря декоративным элементам, которыми можно украсить фон позади. Продвигать такой бизнес стоит через Instagram, а привлечь первых клиентов можно акцией со сниженной ценой фотосессии. Окупаемость идеи предпринимательства составит всего 2 месяца. Домашняя кондитерская. Сладости востребованы практически всегда, как в праздничные дни, так и в будни, а потому приготовление сладких наборов в домашних условиях – это отличная возможность для тебя начать зарабатывать практически с нулевыми финансовыми вложениями. Самым сложным моментом будет поиск первых клиентов и борьба с конкуренцией. Ее ты можешь преодолеть, предлагая к покупке вкусные, но полезные сладости, где вместо сахара будут использоваться фрукты. Полезные угощения будут чуть дороже, но с учетом того, что здоровый образ жизни сейчас в тренде, то такой вариант угощений точно найдет своего покупателя. Продвигать продукцию можно через Instagram. Быстрые свидания. Бизнес-идея, которая окупается сразу же, звучит неплохо, правда? В общем, суть идеи – это организация быстрых свиданий среди одиноких людей. Чтобы начать, тебе потребуется договориться с одним из ресторанов или кафе, что в определенный вечер вы проведете в заведении подобные события. Кафе же получит свою прибыль за счет оплаты угощений, которые будут входить в стоимость участия в свиданиях. Теперь же тебе остается создать паблик в социальной сети или сайт, где будет вся информация о проведении мероприятия. После этого подай рекламу в тематические паблики, где находится целевая аудитория, и принимай заявки. Аппарат для чистки обуви. Самым важным аспектом в данном бизнесе будет отсутствие конкуренции, поэтому, если в твоем городе открывается торговый центр или новое офисное помещение, то поспеши договориться с владельцем на установку аппарата по чистке обуви, так как это позволит тебе пассивно зарабатывать хорошие деньги благодаря большому потоку людей в таких местах.
Стоимость одного аппарата около 20 тысяч рублей, и его окупаемость составит месяц-полтора, так что не упусти возможность. Диагностика авто по вызову. Для старта в бизнесе тебе потребуется ноутбук и толщиномер лакокрасочных покрытий, а также опыт в поиске неисправности автомобиля. Теперь потребуется создать свой сайт, можно и одностраничный, чтобы рекламировать свои услуги по городу. Пользуются же такой услугой в случае покупки авто, и стоит она в районе 2-3 тысяч. Но за эти деньги покупатель сможет исключить риск покупки плохого авто, либо значительно скинуть стоимость приобретения. Рекламировать себя можно в местных автомобильных пабликах. Частный детский сад. В собственной квартире можно организовать прибыльный бизнес в виде детского сада. Особенно такая бизнес-идея подходит для тех семей, где уже есть ребенок, и один из родителей будет заниматься как своим ребенком, так и остальными детьми. Важно лишь грамотно организовать полезную площадь для комфортного и безопасного пребывания детей, после чего зарегистрировать бизнес и начать зарабатывать. Бизнес имеет высокую окупаемость, которая будет зависеть от количества принятых детей, но в среднем составляет около 3-4 месяцев. Изготовление свечей. Такой вариант бизнеса имеет окупаемость около 150%, но единственная проблема – это поиск покупателя. И рассчитывать на частных лиц не стоит, так как тогда прибыль будет минимальной. А вот местные кондитерские и магазины – это отличный вариант для сбыта, так как свечи на праздничные торты весьма популярны. Для старта потребуется приобрести станок по изготовлению свечей и изготовить первую партию, которая будет предоставлена в виде демонстрации покупателям. Как только поставки будут налажены, то можно наращивать объемы производства и зарабатывать больше. На начальном этапе лучше рассматривать такой бизнес как дополнительный доход. А на этом все. Надеюсь, видео было для тебя полезно. А если так, то не забудь подписаться и поставить лайк. Спасибо за внимание и увидимся с тобой в следующих видео.